Леонид Евгеньевич, голоса посчитали. Готовы объявлять. Я иду. Итак, большинством голосов членов Совета директоров компании Петра Карбель принято решение избрать президентом компании ТТИТ-плюс Кудрина Александра Евгеньевича и заключить с ним контракт сроком на 5 лет. Вот здесь полные условия контракта. Еще одно для хорошего знания. Нет, на этот раз он просто не отвертится. Все-таки президент должен прийти с женой. Пока один. Мечтаю на нее посмотреть. Она просто обязана быть фееричной. Иначе вообще непонятно, чего он такой недотрога. Спасибо. Простите. Александр Евгеньевич, все ждут вашей речи. Да? Да, пожалуйста, пойдемте. Друзья, коллеги, мы, естественно, все знаем нашего нового генерального директора. Но знаем его как Сашу, как парня, который все это сделал. Знаем, как его гениальная идея заработала вопреки всем обстоятельствам. Все благодаря его таланту, его характеру, его математическому гению. Ну, это ты слишком уже. Нет, не слишком. Потому что теперь ты для нас не Саша. Александр Евгеньевич, наш президент. Даже не верится вообще. Я хочу вам сказать огромное спасибо за ваше доверие. Все. Нет, если честно, я хочу поблагодарить одного конкретного человека. Буквально 10 лет назад я был... Неважно. Короче говоря, я бы сейчас не стоял здесь с вами, если бы не... Если бы не моя жена. Подойди. Это его Подойди, жена? Пожалуйста. Ей же далеко за 40. Вот это поворот. Всем успехом своей жизни я обязан ей. Насколько я знаю, вы уже прошли логарифмы. Кто-нибудь объяснит мне основные свойства логарифмов? Ну что? Здрасте, извините, что опоздал. Можно войти. Пришел, сейчас начнется. Возвращаю Полтаху. Ой, это кто? Это наша новая учительница. Урок какой? Да, алгебра. А, здрасте. Молодой человек, вы вошли без разрешения. Пожалуйста, встаньте, выйдите и зайдите еще раз. Зачем? Пожалуйста, встаньте, выйдите и зайдите еще раз. Да я уже вошел, я же здесь, вот я с вами. Так, друзья, я, если честно, до вас раньше в школе не работала. Вы у меня первый опыт. Поэтому я очень надеюсь, что наши с вами взаимоотношения начнутся с взаимного уважения. Поэтому, пожалуйста, сделайте, что я прошу. Встаньте, выйдите и зайдите еще раз. Но если взаимное уважение, то ладно. Ой-ой-ой. Ой, я встать не могу. Ой, у меня что-то с ногами. Ой, мамочка родная, что же делать? Вот, вроде правая заработала. А, нет, показалось. Ой, вы, Вера,
Вера Александровна, вы не волнуйтесь, я сейчас на руках уползу. Ой. Саш, да хватит. Не-не, вы меня не торопите, я сейчас чуть-чуть посижу, пожалуйста. И сам, наверное, встану и пойду. Сашка, как всегда. Ой. Она его сейчас выберет. Чуть-чуть это. Так, все серьезно. Ну ладно. На чем мы с вами остановились? Вот. Ну, как тебе мои? Хорошие ребята. Понятно. Я тебе так скажу, либо ты их, либо они тебя. Есть первое правило, оно же и последнее. Никаких с ними человеческих отношений. Помни, ты среди диких животных. Но в отличие от зоопарка, они не в клетках, а за партами. Но как-то все-таки дети. Никаких «но». Ничего хорошего эти животные не понимают. Поэтому взгляд агрессивный, голос железный. Разговаривать с ними только по теме предмета. Взгляд первый – не отводить. За любой шорох – замечание в дневник и докладная заучу. Ясно? Но мне кажется, я не смогу совсем без симпатии. Но за симпатию не платят. За симпатию это вон, к маме с папой. Знаешь, как они меня за глаза зовут? Гестапо. Другого языка они не понимают. Согласен. Полина? Ну, наконец-то, я тебя уже 100 лет жду. Мам, ну не здесь. Такая полифония. Обижаешь. Смотри. Ничего себе, учителям что, зарплату подняли? Клевая тачка. О, смотрите. Это муж ее, что ли? Старый какой мужик. Да она и сама старая. А по мне самое то. Самое что? Не, ну почему старая? Новая же машина. Так, все, мне пора. Че, пиццу разводить? Да, к сожалению, сама еще пока не научилась бегать. Все, пока. Давай. Алло. Да, все, развез уже, да. Не-не-не-не, я уже домой собираюсь. Ладно, я понял. А сколько? У них там что, вечеринка намечается? Ладно, хорошо. Сейчас заеду и заберу. Все. Вкуснятина. Коль, тебе помочь? Нет, дорогая, это мужское занятие. Вот она.
Вот она, наша рыба. Ну, первый кусок самой любимой женщине. Это тебе. Угу. И добавочка. Нет, мне достаточно. Ради меня. А то еще больше похудеешь, м? Нет, спасибо. Ну ладно. Я поем твой кусочек. Так, а где у нас Полина? Полина! Давай за стол, ужин готов. Сейчас, иду, пап. Ой, я забыл совсем. Я же совсем забыл. Маленький подарочек. Да, чтоб двойки ей ставить. Спасибо. Ну, и как прошел твой первый рабочий день? Что молчим? Нормально. Нормально это хорошо или нормально плохо? В целом все хорошо. Возникла проблема с одним учеником. Какая проблема? Проверял меня на прочность. Уверен, ты с ней справилась. Угу. А как его фамилия? Полина! Папа ждет. Сейчас иду. Так, Полина, я тебя сейчас приведу за стол. Итак, дальше. Сейчас мы с вами разберем логарифмический пример с городской олимпиады. Надежда Александровна. Меня зовут Вера Александровна. Ой, да, чё это я? Извините. Надежда Александровна, а можно выйти? Вера Александровна. Да-да. Так можно выйти, Надежда Александровна? Не просто, мне чё-то нехорошо. Надежда Александровна. Да выпустите вы его, Вера Александровна. Решили этот пример немногие, но решение точно есть. Пойдем в салон. До свидания. До свидания. До свидания, Вера Александровна. До свидания. До свидания, Вера Александровна. До свидания. Ты мог бы поторопиться? Ну хорошо, не торопись. С вами познакомиться. Угу. Ой, извините. Очень рад. Коля? О, а вот и Вера. Извините, это мой муж. А мы уже познакомились. Да. Ну и что ж ты, Вера, говорила мне, что тут у вас чисто женский коллектив? Да. Коля, я готова. Пойдем? Под какой вы защитой, Вера Александровна? Приходится подчиняться. Слово жены для меня закон. Ну, конечно, вы же судья. Вот именно. Имейте это в виду. Физкульт, привет. До свидания. Мне просто было неловко, они там все без мужей. То есть ты решила скрыть, что у тебя есть муж? Коль. Я ничего не скрывала. Соединенных Штатах Америки закончился подсчет голосов. По итогам безоговорочную победу одержал представитель Демократической партии Барак Обама. Таким образом, впервые в истории США президентом станет представитель африканского происхождения. Ну надо же. Да что ж теперь будет?
Сережа, а тебе какая разница? Ты что, американец? Нет. Это их страна. Пускай выбирают, кого хотят. Главное, чтобы к нам не совались, да? Коля, почему мы сегодня на служебной? Ой, слушай, не смог забрать из автосервиса, пришлось воспользоваться служебкой. Вера, а у меня? У меня для тебя подарок. Коль, ну, совершенно не обязательно каждый день. Ты у меня особенная. Посмотри. Как? Нравится? И эти тоже очень красивые. Спасибо. Сережа, нужно срочно вернуться к школе. Поворачивай. Если бы я умер от жажды или голода, вас бы посадили в тюрьму. В лейке была вода. Вот именно что была. Помогите. Вставай. Оп. Ладно, давай с тобой поговорим. Нормально. У нас как-то не заладились отношения. Но я вижу, что ты неплохой парень, и, может быть, мы как-то сможем с тобой... Что сможем? Ну, и что? Сейчас, сейчас. Здрасте. Это и есть тот самый жабёныш, который тебя обижает? До свидания. Никто меня не обижает. Слушай, а у тебя с этим жабёнышем не возникнут проблемы? В каком смысле? Ну, незаконное лишение свободы. Это серьезно. Статья 127. Может подать заявление. Да нет, не думаю. Мне кажется, он не такой. Ты уверена? Конечно. Ну, хорошо. Вера, у меня возникла идея. Хочу съездить на рынок. Что тебе приготовить? Ну, возьми лосось. Точно. Баранина. Сделаем хинкали. Проходим.
открыто! Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я не вовремя. Я учительница Саши по алгебре и геометрии. Я хотела бы поговорить о его... Я доглажу, вы не против? Он опять что-то натворил? Господи, боюсь даже слушать. Саша! А? Ты за тортом следишь? Да. Сейчас сгорит. Ты ставил, ты и смотри. У меня у младшей день рождения сегодня. Ой, спасибо. Твоя учительница. Говори сразу, что ты натворил? Да я не... Говори правду, я сказала. Да нет, он ничего такого... Натворил, я ж чувствую. Выглянет из школы, пойдет в армию. Да нет, он на самом деле у вас умный. Правда? Ну, по крайней мере, в моем предмете. Да? Да, он единственный, кто в классе смог решить пример с городской олимпиады. Я, собственно, по этому поводу и пришла. Ничего не понимаю. Вы хотите с ним заниматься? Я? Да. Ну да. Наверное, да. Я могла бы с ним позаниматься. Саш, может, ты даже в университет поступишь? Вы знаете, если дело в деньгах, то мы можем бросить все силы. Нет, что вы. Какие деньги? А, я понимаю, дело в его желании. Не волнуйтесь, я с ним поговорю, он будет с вами заниматься. Будешь? Буду. Будет. Извините, я пойду. Раз мы с вами все решили, спасибо, до свидания. Ой, горит. Что горит? Тот горит. С днем рождения. Спасибо. Здрасте. Вас сегодня нет у меня в расписании. Так я пришел заниматься индивидуально, подтягиваться. Вы же сами предложили. Саш, ты же понимаешь, что разговор у тебя дома пошел не по плану. Я не собиралась тебя подтягивать. Значит, мне нужно сказать маме, что вы нас всех обманули? А мне нужно было рассказать о твоем поведении? Вы меня простите. Что ты сказал? Что это со мной? Я извинился. Черт. Опять. Это у тебя болезнь какая-то. Да нет, нет, вы... Правда, простите меня, я был... Вера Александровна, я прошу вас, позанимайтесь со мной алгеброй. Я теперь буду хорошим. Ну, пожалуйста. Ладно, садись. Смотри, вот это правило. Если некоторая функция g в каждой точке x области значения обратимой функции f принимает значение y такое, что f от y равно x, то тогда говорят... Что? Ты не понимаешь? Понимаю. Просто мы еще не проходили обратные функции. Ну ничего страшного, пойдем дальше. Ты же соображаешь? Ну как скажете. То тогда говорят, что функция g... Есть обратная функция к f.
не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь. Мне на плечи руки опустив, молодая, с чувственным оскалом. Я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала? Сколько рук ты помнишь, сколько губ? Знаю я, они прошли как тени. Саша, ты чё, туалетной водой начал пользоваться? Не коснувшись твоего огня, ну, да. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Тишина! Пускай ты выпита другим, но мне осталось, твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. О, возраст осени, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства бестрепетно сказать могу, что я прощаюсь с хулиганством. Занимаетесь? Да, мы готовимся. Я заявила Сашу на городскую олимпиаду по математике от нашей школы. Вера, у нас ЧП. Срочное заседание педсовета. Можете прерваться, пожалуйста? Да, конечно. Саш, закончи без меня. Угу. Нет! Давай! Представляете, на медосмотре обнаружили беременность. 5 месяцев. Кошмар. Это не кошмар, это ужас. Нет, ну ошибки быть не может. Срок-то большой. Я думал, у нее проблемы с весом. Специально гонял, давал доп. Нагрузки. Да, у нас несовершеннолетняя беременная. Вот скажите, нам что, заявление в милицию о растлении писать? А может, изнасилование? Говори, не бойся, тебя изнасиловали. А что ее слушать? Может, ее кто изнасиловал и запугал? Она ничего не скажет. Надо писать в милицию, и пусть разбираются. Нам только милиции еще здесь вот не хватало. Давайте попробуем разобраться своими силами. Может, кто-то из школы? Угу. Ну... Одноклассники, может, она с кем-то встречалась? С кем ты встречалась? Светлана Геннадьевна, вот объясните мне, что у вас вообще в классе происходит? Ну, как я за ними услежу? Это ж по документам только они дети. А по факту вон мужики усатые, да девицы половозрелые. А вы, Елена Николаевна, вы что, не могли на своих уроках биологии объяснить им, что происходит после того, как их пестики и тычинки соединяются? Да у меня программа такая, и так часов не хватает. Так, все это не важно. Важно теперь перевести ее на домашнее обучение. Ученики не должны видеть беременную одноклассницу. Нас комитет образования стаскают с жалобами. С жалобами? Да кто ж тебя так? Ну скажи, кто? Ну скажи, моя хорошая, кто отец ребеночка? Говори. Кто? А что у тебя с этим Ваней? С каким Ваней? Ну, с которым ты встречалась. Он в прошлом, и еще подстригся ужасно. Понятно. Ну, а с кем ты сейчас тусишь? Мам, почему так странно говоришь? Ну, я имела в виду, ты с кем-нибудь сейчас встречаешься? Ну, есть один новенький. Полин, я надеюсь, ты знаешь, что когда мальчик с девочкой... А ты с ним целовалась? Да, мам, я все знаю. Овуляция, контрацепция, там, противозачаточные. Все я это понимаю. Ты со мной разговариваешь только потому, что... Это ваша беременная не признается, с кем она там. Нет, ну почему? Не только из-за этого. Я просто хотела, чтобы ты знала, что... Фу, что секс — это
вершина любви. Да, мам, все, я поняла. Так, а теперь найди интеграл от x в кубе в пределах от 1. Извини. Алло? Да, привет. Я тебе перезвоню чуть позже, я сейчас занята. Занимаюсь с учеником. Саша, я... Точно с учеником? И как его зовут? А почему его не слышно? Ну и насколько ты задерживаешься? А почему ты так странно со мной разговариваешь, как будто мне врешь? Да не. Да ну ладно. Я скоро закончу и приеду за тобой. Да, все, пока. Да. Николай Витальевич, время. Да, сейчас. Извини. Ревнивый, да? А как так получилось, что вы за ним замужем? Саша. Но это же всем очевидно, что вы сделали плохой выбор. Давай заниматься. А где вы раньше работали? Экономистом. А к нам почему пришли? Люблю детей. Саша, давай с тобой продолжим занятие. Вычислите интеграл. У меня к вам просьба. Да. А вы не могли бы застегнуть блузку? Зачем? Я вас просто и так влюбился, а вы еще сидите так... Так, Саша, давай продолжим. Х умноженное на х в степени... Посмотри на меня, иначе я больше не буду с тобой заниматься. Учитывая хорошо задокументированные обстоятельства многократной измены гражданина Сивцова Игоря Дмитриевича, своей супруги Сивцовой Евгении Степановне, а также данные характеристики с места работы, указывающие на моральное поведение ответчика даже на своем рабочем месте, суд постановил удовлетворить иск Сивцовой Евгении Степановны. Наши отношения внутри семьи – это наше личное дело. Ошибаетесь, гражданин Сивцов. У вас сын растет. Какой вы пример ему подаете? Какое отношение вы демонстрируете к женщине? Она мне не женщина, она мне жена. Вот именно. Ваш иск о расторжении брака суд удовлетворил. Также советую вам подать иск на раздел имущества. Вы не имеете права. Нет, это вы его больше не имеете. Thank you.
Кто-то звонил? Нет, я ставлю будильник. О. Ладно. Саша? Это ты писал мне эти сообщения? Пойдем в комнату, поговорить надо. Коль, ты все неправильно понял. О, все подгорело. Что ж ты газ-то не выключил, а? Давай, собирайся. В школу едем, опаздываем. Так мама же еще не готова. А мама заболела. Она сегодня останется дома. Значит, это кто-то из вас. Признавайтесь. Да нет, да ну, я бы с ней не стал. Не стал, господи. Ты хоть с кем-нибудь вообще целовался? Ребят, кажется, я понял. Я понял, кто это. Это наш дорогой Костенька. Твой. Костя, а скажи, пожалуйста, кто твоя следующая жертва может быть? Или... Или... Гестапо. Так, все по местам, быстро сели. Итак, сегодня вместо алгебры будет великий и могучий русский язык. Открываем параграф 63, страдательные причастия. Простите, можно выйти? Кудрин, у тебя что, недержание? Саша, что ты тут делаешь? Не могу жить без алгебры. Вы почему уроки прогуливаете? Я же знаю, что вы не болеете. Не пришли из-за меня. Ну, не принимайте все так всерьез. Мало ли, что я там наговорил. Я вообще не помню, что ты мне сказал. Ну, вообще-то я сказал... Саша, возвращайся в школу. Я сказал, что люблю вас. Ну, если честно, я сам в шоке. Не обращайте внимания. Нельзя же бросать из-за этого работу. Тем более, скоро у нас экзамены. Вы взрослая женщина, а я, ну, чего я? Люблю и люблю, ну... Вера Александровна. Вера Александровна, откройте! Вера Александровна! Эй! Я сейчас милицию вызову. Мам, это я. Проходи.
я наклонилась, дверца была открыта. Угу. Со всего маху. Что ты будешь есть? Может быть, брокколи? Мам, я буду... Ты думаешь, я ничего не понимаю? В смысле? Я же знаю, кто тебя ударил. Полин, послушай. Ты должна с этим что-то сделать. А если он еще раз? И еще раз? Я не буду есть. Нет, нет, еще не отвез. Да, да, я все уже, еду, еду. Да, 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 все. Везу уже эту чертову пиццу. Кроме него. Ну, конечно, он. И что мы теперь будем делать? Милицию вызывать. Нам еще здесь только милиции не хватало. Это его самого нужно отвезти в милицию. Да кто же его повезет? Он же... Что? Не-не, давайте лучше милицию вызывать. Там есть специально обученные люди. А что, если он от меня сбежит? Я ж крайний буду. Я, конечно, извиняюсь, но какие еще есть доказательства против него? Но это же просто анонимка, ее мог написать кто угодно. Да сама его физиономия уже доказательство. Спрашивали вообще? Спросили. Все отрицает. Да, конечно, отрицает. Ее запугали, и все. Я так скажу. Пусть этим занимается милиция. А между прочим, ему 18. Как 18? А вот так, он второгодник. Ну, все. Уголовная ответственность. Господи. Господи, господи. Он говорит. Полина! Ну, пока. Пока. Зачем ты это сделала? Что именно? Записка, там твой почерк. Я это сделала для тебя. Что значит для меня? Ну ведь это он тебя ударил. Ты же сама на него жаловалась. Полина. Ты теперь защищаешь? Полина. А что ты хотела, чтобы я смотрела, как ты ходишь с разбитым лицом и ничего не делала? Мамочка, он должен быть наказан. И какая разница, за что его отчислят? Главное, он больше не будет тебя обижать. Извини, что я ничего другого не придумала. Конечно, Саша, мы тебе верим. Но ты должен пойти в милицию и сказать, что это не ты. Они должны все проверить, понимаешь? Давай, выходи. Иди, иди, поговоришь и все. Наталья Марковна, это анонимное сообщение, это ошибка. Его написала одна ученица в качестве шутки. Саша ни в чем не виноват, я это точно знаю. Какая ученица? Я не могу сказать, какая, но я с ней поговорила, и она во всем призналась.
Но если вы не можете говорить, то и не говорите. А то вы знаете, то анонимки, то ученицы, о которых вы говорить не можете. А у меня уже голова идет кругом. Пусть там уже все разбираются, пока у меня тут все не забеременели. Он ни в чем не виноват. Выходи. И не дам вам его увезти. Он совершеннолетний, ему статья грозит, а вы ему вот так вот всю жизнь рушите. А чего же это вы его так защищаете? Может, это он, а не жизнь испортил? Саша, это правда? Свет, конечно, правда, даже не сомневайся. Саша, это же не ты. Ладно, все, прекращайте этот балаган. Вы здесь вообще без педагогического образования работаете. И работаете всего месяц. И лезете во все. Так, все, я ухожу. Вы, девушки, мило, не ругайтесь. Все будет хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Что происходит? А куда он? Так почему она молчала? Ну, боялась, что посадят или что-то типа того. Но Костя не признавался. Вот она растерялась и тоже молчала. Хотя я своего сына родила в 19. А это всего через 2 года после них. Ну да, молодые родители. Хотя в этом есть свои плюсы. Их ребенок пойдет в школу через 7 лет, а они не забыли школьную программу. Помогать будут. Вы все равно будете моей. Между нами никогда ничего не будет. Ох, Вера, испортила ты меня. Жила я без тебя спокойно, не знала, что вот это вот есть на свете. А, кстати, наши-то здесь не пасутся. А то как я им потом буду в глаза про русскую классическую литературу рассказывать, если они меня с этим застукают? Они так далеко не заходят. Кстати, что тебе на педсовете сказали? В смысле? Ну, в смысле победы Кудрина на городской олимпиаде. Ничего. Странно. Это ведь целиком твоя заслуга, ты столько с ним занималась. А впереди, между прочим, еще и Всероссийская олимпиада. Вера, тебе должны за это доплачивать. У нашей школы таких достижений уже 3 года не было. Ну, во-первых, Саша сам многое освоил. А во-вторых, я уже с ним не занимаюсь. Да, Коля? Я со Светланой Геннадьевной в ресторане. А, да, Коля. Да. Сейчас. Да, Николай. Здравствуйте. Нет, мы одни. А вы хотите к нам присоединиться? Ой, ой, Николай, Николай, ну вы шутник. Я не могу. Всего доброго.
Квира был бы мой жив, я бы его тоже сюда привела. А мой отец, в смысле, муж? Да, муж. А что с ним случилось? Он у меня военный был. Что случилось? Погиб. На войне? Да нет, от диабета. Слушай, а она, в принципе, ничего это, твоя Светлана Геннадьевна. Можешь общаться. То есть ты мне разрешаешь? Вер, ну ты что? Я же очень рад, что у тебя появилась новая подруга. Почему-то раньше ты был не рад? А я пытался измениться, как ты хотела. Прошу. Что, твой ученик? Да. Вот работка. Учишь их, учишь. Время личное тратишь, энергию. А они, вместо того, чтобы сидеть дома, уроки учить, ползают по квартирам, пиццы разносят. Прошу. Здесь делаешь? Уже поздно. Я здесь живу, и завтра в субботу занятий нет. А, ну да. А эти парни, это не из нашей школы? Почти все они закончили нашу школу, это мои друзья, программисты. А что значит, ты здесь живешь? Это значит, что я снял эту квартиру, и мы сейчас празднуем новоселье. На какие деньги? Ну вы же видели надпись на моей спине. А как вы здесь вообще? Я живу этажом ниже. Да? О, ничего себе, вот это совпадение. Ха. Это что, алкоголь? А что? Яблочный сок. Подожди, что значит? Что значит совпадение? Ты прекрасно знаешь, что я здесь живу. Ты здесь был? Да? А, ну да, был. Ну, значит, не совпадение. Кудрин, объясни мне, что происходит. Я не понимаю, что все это значит. Ну чего ты не понимаешь? Я же тебе обещал, что добьюсь тебя. Ты будешь моей женщиной. С каких это пор мы с тобой на «ты»? А я с тобой сейчас разговариваю как твой сосед, а не как ваш ученик. Приходите в любое время, не стесняйтесь.
Ну, какие же мы с вами ровесники, Николай? Я вас существенно младше. Ой! Да при чем тут возраст? Главное, это чтоб человек был твоим человеком. А возраст – это дело наживное. Ой, не говорите. Ну вот, например, у нас с Верой довольно большая разница в возрасте, но это не мешает нам иметь крепкую, счастливую семью. Так, рассказывайте, где вы и как познакомились? Ну, познакомились и познакомились. Я был другом ее родителей. А почему был другом? А они что, погибли? Нет. Они нас не поняли. Они не приняли наш выбор. Как интересно. Прям сюжет Полтавы Пушкина. И что, Верочка, вы до сих пор с ними не общаетесь? Нет, почему же, поздравляю. По праздникам. Извините, я отойду. А ты куда? В туалет. Ой, не получается. Позвольте, я вам помогу. Пожалуйста. Вот вы с Верой дружите, а вы вдвоем ходите в библиотеку? Да. Очень хорошо. А к вам никто не присоединяется? Нет. Ну, а может быть, другие учителя? Учитель физкультуры, например? Нет, что вы? Мы только вдвоем. Ну вот и отлично. Попробуйте сами. Угу. Так. И вот. Так. Прошу. Пусть даны два вектора. Вектор А и вектор Б. Отложим их от некоторой точки О пространства. Тогда вектор ОА равняется вектору А. А вектор ОБ равняется вектору Б. Кудрин? Александр? Он что, спит, что ли? Саша. Чтобы вот так не позориться на уроке, нужно вовремя ложиться спать. Вы меня простите, Вера Александровна, просто работа очень поздно закончилась. Работа. Мне очень нужны деньги, у меня же мама инвалид. Ну, как же я... Вера Александровна, можно я вам после урока все скажу? Нет, спасибо. Саш, ты чего несешь? Нормально все. Ну вот, что это такое, а? Ну, никакого порядка. Ну, в нашем дворе чужие машины. Ну, вот эта машина из соседнего двора. Коль, я пойду домой. Я устала. Ладно, иди. Я постараюсь припарковать машину в другом месте. Хорошо. Ну, бардак. Привет. Здравствуйте. Сегодня не на работе? Угу. Выходной взял. Выспаться надо. Вер, давай поговорим нормально. Я ни о чем с вами разговаривать не буду. Что тебя смущает? Ты что себе позволяешь? Это вообще
Вообще, что за разговоры такие? Вер, давай поговорим чисто теоретически. Вот как в математике. Ты женщина, это X. Я мужчина, это Y. X плюс Y, по-моему, замечательно плюсуются. Разве нет? Ну, чисто теоретически. Ну, хорошо. Давай чисто теоретически. Ты хоть понимаешь, в чем разница между X и Y? В том, что они из разных уравнений, Саша. Хорошо. Тебя смущает то, что ты на 17 лет старше меня? А тебя нет? Нет, совершенно. Вот твой муж, он тоже старше тебя. Он мужчина. И что? Почему женщина имеет право любить человека старше себя, а мужчина нет? Что это за неравноправие какое-то? Господи, Саша, ты еще такой ребенок, ты ничего не понимаешь. Да почему я ребенок? Работа есть, жилье есть. Растительность на лице вот имеется, можешь даже потрогать, с утра брился. Помогите! Все, едем, хорошо, я понял. Зайдешь ко мне? Я пожалуюсь мужу, и он тебя убьет. Вера, где ты была? Что-то случилось? Лифт застрял. Слава, я испугался, я думал, тебя украли. Слушайте, она за свою жизнь палец о палец не ударила. Я содержал ее все эти годы. Если б не я, где бы она была? То есть вы считаете, что уход за вашими тремя совместными детьми не является вкладом в семью? Ну, она же мать. Это и так ее обязанность по моральному закону. А как же, по-вашему, я должна была работать, товарищ судья? Сначала один родился, потом второй, третий сразу же. Школа, секции эти. С одного занятия забери, на другие отведи. Готовка, уборка. Гражданка Котикова, вы не переживайте, я дам вам время высказаться. Садитесь. Ну не знаю, как-то же другие справляются. Дети, работа. Спасибо. Ваша позиция суду ясна. Хотя и противна. Что? Что вы себе позволяете? Апеллирую так же, как и вы, к моральному закону. Мерзавец. Николай Витальевич, Симонову новую партию конфиската привезли. Будете что-то смотреть? А то судья Миропольская со своими там уже клинья бьет. И что там? Ювелирка, кажется. О, ювелирка? Это интересно. Пойдем глянем. Он уехал в магазин. Что ты хотела? Ладно, потом! Саша! Ты что ли больной?
идиот! Как я теперь домой пойду? А ты сейчас домой не пойдешь? Фу. Сначала тебе нужно высохнуть. Поэтому раздевайся. Да, конечно. Ну, тебе так нельзя идти домой. Что скажет твоя дочь? Тебе это не касается. Прикройся, пожалуйста, и дай мне фен. Пожалуйста, фен. Пожалуйста, прикрылся. Слушай, найди себе, пожалуйста, нормальную девочку, женись на ней и перестань заниматься этими извращениями. Вера, ты понимаешь, я не могу о тебе не думать. Признайся, ты ведь тоже обо мне думаешь. Я вообще о тебе не думаю. Накупил столько продуктов, что еле дотащил. Я думаю, приготовим на ужин что-нибудь легкое из морепродуктов. Что я тебе сегодня подарю? Ты сегодня как-то необычно пахнешь. Я хочу, чтобы сегодня ночью у тебя было только это. Пап, поможешь с обществознанием? Конечно, но только после ужина. Вер, а что ты на себя тут столько надела, а? Я уже сплю. Ну ладно, спишь ты. Я сейчас тебя разбужу. Сейчас разбужу. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ну, иди, иди сюда. Давай. Давай. Подожди. Что такое? Подожди, подожди. Чего? Подожди. У тебя пульс бешеный. Как бешеный? Да. Что, правда, что ли? У меня он как-то стучит странно. Частый аритмичный. Аритмичный? Слушай, ты знаешь, я давно не был у врача, кардиограмму не делал в этом году. Ну вот, видишь. Погоди, погоди. Ну да. А что-то как-то покалывает. Ты полежи вот так вот, спокойно. Хорошо? Ага. О. Вот так вот. Спокойно полежи. О. Вот что скажу. Тебе очень идет этот цвет. Спасибо. Все, Вера Александровна, я сделал. Да, Костя, все правильно, садись. Вера Александровна, это же неправильное решение. У меня тоже, кстати, берет. А я думала, это я неправильно решила. Да. Это все неправильно. Это все ужасно неправильно. Вера Александровна, мы еще не успели. Мы не успели. Верочка, ну наконец-то. Здрасте. Так, здрасте. Мы пойдем сегодня в библиотеку. Куда? В библиотеку. Там говорят новые поступления. А, Светлана Геннадьевна, я сегодня не могу.
Мне домой нужно. Давайте в следующий раз, хорошо? Всем счастливо. До свидания. Счастливо. Свет. Я могу с тобой сходить в библиотеку, ну, если нужно. А, ну что, Федор Тимофеевич, там же женские романы завезли. Как-то неудобно. Женские? Светлана Геннадьевна, возьмите меня. Ну, конечно, Зиночка, конечно. Ой. Ой, голова что-то вроде. Мигрень, зараза. Началось. Я пойду домой, отлежусь, ладно? А, ну, конечно. Конечно. Ну, наконец-то. Заходи скорее. Саш, ты должен съехать отсюда. Ты получил, что хотел, и давай забудем про это. А почему это я получил, что хотел? Ну, то, что было вчера. Ну, я хочу, чтобы так было всегда. Нет, между нами все. Мы с тобой больше никогда не увидимся. А, ну понятно. Иди сюда. Нет. Да. Нет. Да. Мы только попрощаемся. Два вектора синус x, y равно 1 синус x плюс косинус x. Находим тангенс x равен минус 1. Ключ от квартиры. Теперь ты можешь приходить сюда, когда захочешь. Не знаю. Это какая-то ошибка, сбой алгоритма. Да, именно сбой. Сбой во времени. Либо ты раньше родилась, либо я опоздал. Но теперь мы вместе, и все стало на свои места. Парадокс Зенона какой-то. Зенона. А, ну да. Двоечник. Но только не по математике. Да, это удивительно. А знаешь, почему Светлана Геннадьевна поставила тебе 3 в четверти? Почему? Ты? Мы даже с ней подружились из-за этого. Спасибо вам, Вера Александровна. Не называй меня так. Ты почему такая красивая? Потому что я пью кровь своих учеников. А где ты раньше работала? В одной IT-компании. Экономистом. Но там было много мужчин. Нервы моего мужа не выдержали. Ты что, завела служебный роман? Хочешь, я тебе открою один секрет? Ух, я даже не знаю. Давай. У меня, кроме мужа и тебя, никого не было.
Ого. Ну, надеюсь, не будет. Я уж постараюсь. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, я войду во вкус. Кстати, о твоих способностях. Ты же не будешь вечно развозить пиццу? Ты это к чему? За время моей предыдущей работы у меня накопилось много идей. И если их развить и подумать над ними, то можно получить хороший бизнес-проект. Ты думаешь, я справлюсь? Я в тебя верю. Мам, ты где была? Я заходила к тебе в спальню, тебя нигде нет. Я мусор выбрасывала. Целый час? Никакой не час, что ты выдумываешь? Вера, пойдем в комнату, мне нужно с тобой поговорить. Не пойдем. Почему? Потому что ты больше не будешь этого делать. Ты больше никогда не будешь это делать, ты понял? Мам! Пойду прогуляюсь. Я не могу больше ему врать. Ну не ври, уходи от него. И что дальше? Живи со мной. Как ты себе это представляешь? Ты будешь развозить пиццу, удочеришь Полину, которая младше тебя на 3 года. Ну, во-первых, у Полины есть свой отец, а во-вторых, эта работа временная. Ты же сама мне рассказывала про свои идеи. Саша, это нереально. Почему? Потому что я умру со стыда. Перед кем? Перед людьми. Прости, перед какими людьми? Не надо утрировать. Это ты ничего не теряешь. Тебе даже классно. Переспал с училкой. Кудрин, молодец. А у меня вся жизнь летит к чертям. Ты хочешь все закончить? Да. Ладно, я поеду, а то у меня еще 2 адреса. Вера. Вера. Прости меня, Вера. Ты же мне очень нужна, Вера. Хочешь, я опять пойду к психологу? А, Вер? Вера. Я не знаю. Я обещаю тебе, Вера. Я больше не буду тебя ревновать. Вера, я буду... Правда, я буду тебе доверять. Верочка, пожалуйста. Прошу тебя, Вера. Ты же мне очень нужна.
Что там? Нет, вы ошиблись. Мы же не заказывали пиццу, Вер. Нет. Только вот здесь запятая. Спасибо. Ты пишешь, что Каренина гулящая женщина? Ну, а какая? Ну, я не против, страсть, все дела. Но надо как-то сдерживать свои половые инстинкты. Иначе чем мы отличаемся от животных? Ну, да. Дело в том, что раньше девушек отдавали замуж не по любви, а по выбору родителей. Да, я знаю. Но не все они заканчивали под поездом. Люби ты себе на здоровье. Зачем нужно было спать с этим Вронским? Вот именно. Слушайте, этот ваш Толстой моралист. Ему легко было рассуждать, он мужчина. А вы знаете, что у него была куча внебрачных детей в Ясной Поляне от крестьянских девушек? Да ну? Да. А Светлана Геннадьевна вам не рассказывала? Нет. А, ну Каренину он осуждает. Легко осуждать женщину в такой трудной жизненной ситуации. А между прочим, любовь — это не все умеют любить вообще-то. Многие всю жизнь проживают и никого, кроме себя и детей, не любят. А любить детей просто, потому что это инстинкт. А ты попробуй любить чужого человека, это дело посложнее, а он ее под поезд. Вер, ну, что так завелась-то, а? Мам, а ты бы могла от меня отказаться? Ты с ума сошла? Нет, конечно. Ну вот за это я и люблю нашу маму. Давайте, налетайте, а то мы опоздаем. Давайте, давайте, давайте. Николай Витальевич, новая партия конфиската. Симонов вам первым просил дать ознакомиться. Но тут такое. Похоже, офис раскулачили. Ну? А, винчестеры, канцелярия. Камеры видеонаблюдения. Камеры? Не сильно юзанные. Интересно, они автономно работают? Слушай, ну твоя Полина сегодня выдала, конечно. Господи, что? Не пугай меня. Она сказала, что Льва Николаевича были и внебрачные дети в Ясной Поляне. Интересно. Откуда она это взяла? Может быть, папа ей сказал? Вот Николай, начитанный человек. Ну что, Верочка, может быть, сегодня в библиотеку? М? Свет, я сегодня не могу. Может быть, завтра или послезавтра. Сколько ты меня уже завтраками кормишь? У тебя что-то стряслось? Свет, у меня проблема. Очень серьезная проблема. Привезли? Да, вон в углу поставили. Я надеюсь, что в ближайшее время я все решу, и мы с тобой сходим в библиотеку. Вера, ты не заболела? Можно и так сказать. Хотя нет. Подожди, Николай влюбился в другую женщину? Господи, да нет, конечно, нет. А, ну ладно. Тогда все наладится. Вот, смотрите, вроде мечи-то новые, а нитки уже торчат. Вот-вот. В наше что время все было добротнее. И люди тоже. Thank you.
Да, Коля. Где? Я дома. А, ты дома. Все хорошо, да. Через час буду. Все, пока. Может быть, поговорим все-таки о чем-нибудь? О чем поговорим? Я не знаю. Ты молчишь весь день. У тебя что-то случилось? Может быть, с него хватит? Полин, у тебя сколько сегодня уроков? Когда закончишь? Сегодня 6, и репетиция до 5. Домой я сама. До 5? Это отлично. А ты форму не забыла? У тебя сегодня физкультура. Не забыла. Слушай, ты не против, если она сядет на переднее сиденье? Да, пожалуйста. Прошу. Алина, иди. Мама придет позже. Ну, ладно. Ты что, заблокировал замок? Коля, что ты делаешь? У меня же уроки. Все, кончились твои уроки. Коля, ну что опять? Коля, куда мы едем? Это зависит от тебя. Коля, давай не будем, пожалуйста. Кто он? Коля, не начинай. Я поставил в квартиру камеры. Я знаю, что тебя не бывает дома, когда я тебя не забираю с работы. Кто он? Сейчас пойдем домой, и пока ты мне не скажешь, кто он, из квартиры мы не выйдем. Ты хочешь этого? Коль, давай разведемся. Давай, давай. Просто скажи мне, кто он. Я ничего не буду тебе говорить. Кто он? Слушай, а что этот парень, твой ученик, все время здесь вертится? Он что, поселился в нашем доме? Коля, посмотри на меня. Я тебе все расскажу. Ты так этого боялся, но теперь это случилось, да. Я клянусь, я за всю нашу с тобой жизнь ни разу тебе не изменила. Но сейчас да. Сейчас я полюбила другого человека. Ну что ты сделаешь? Убьешь меня? Полина останется одна, тебя посадят в тюрьму. Коль, ну давай как-нибудь... Давай как-нибудь мужественно, по-человечески. По-человечески? Давай. Кто он? Зачем тебе это знать? Мне это интересно. Просто скажи мне, кто он? Я не могу. Почему? Мне стыдно. Тебе стыдно? Тебе стыдно?
Я тебя не отпущу отсюда, пока ты мне не скажешь, кто он. Ты меня поняла? Сейчас, сейчас. Погоди. А помнишь эту смс-ку? Саша, перестань мне писать. Его зовут Саша. Саша. Кто этот Саша? Александр Викторович. Кто этот Александр Викторович? Учитель физической культуры и спорта. Коля, куда ты? Коля, Коля, я тебя умоляю, не надо, Коля! Коля! Сменку переодень. Шевелимся, дышим ровно. Я знаю, что это из-за меня. Но почему из-за тебя? Я папе жаловалась, что мне физрук оценки занижает. Полинушка, это точно не из-за тебя. Ну что, у нас тут сотрясение и перелом двух ребер. Оставим на неделю, затем с бандажом в дневной стационар. А можно к папе? Полиночка, давай сегодня папу не беспокоить, хорошо? Спасибо, мы пойдем. Всего доброго. Да. Нет, никакую пиццу я не заказывала. Полина? Черт.
тебе не звонила? Нет, я вчера ее днем видела, и все. Если она объявится, позвони мне, пожалуйста. Хорошо, Вера Александровна. О, Вера, привет. Ну как там Николай? Привет. Что вчера произошло? Ты мою Полину видела? Нет, так а что с Николаем? Сотрясение есть? Вера Александровна, вас вызывает Наталья Марковна. Так, ребята, все открываем учебники и выполняем самостоятельную работу. К вам сейчас придет замена. Но у вас были дополнительные занятия с Кудриным? Да. Ну и чем вы там занимались на этих занятиях? Алгеброй. Готовились к Олимпиаде. Да-да, это мы знаем. А еще чем? Ничем. А у нас другие сведения. Вы знаете, мы будем вынуждены просить вас уйти из школы, пока это не стало достоянием РАНО. Так, а по какой статье мне ее увольнять? По собственному желанию. По какому по собственному? По собственному пришла, по собственному ушла. А если она пойдет в другую школу, устроится там и опять кого-нибудь совратит? Знаешь же, потом спросят. Нет. Здесь нужно именно увольнение. Тогда по несоответствию занимаемой должности. Вот я вам говорила, Наталья Марковна, нельзя было брать человека без предобразования. А вы мне говорили, свежая кровь, новый взгляд. И что? Это какой-то ужас. Ну что, она не могла себе ровесника найти? Что она вообще в этом кудряве не нашла? Кудряне? Послушайте, ну это же поколение акселератов. Его вот так на улице встретишь, не поймешь, что ему всего ничего. Рост по 2 метра, фигура спортивная. Да, нормативы он нормально сдавал. Прыжок в длину у него прямо олимпийский. Ну да, и щетина, и волосы такие красивые, и глаза. Нет, ну я осуждаю. Однозначно осуждаю. Я вообще в эту школу из 57-й гимназии перешла, потому что уровень. А теперь что? Хоть возвращайся обратно в 57-ю. Ужас какой-то. Знаешь, дорогая, ты сюда только пришла, а мы здесь, между прочим, уже 20 лет работаем. Вот мне как в душу плюнули. Как я теперь в глаза родителям смотреть буду? Вот, кстати, да. У меня завтра родительское собрание. Мне что, к ним в четыре выходить? Ну, чтобы они там чего-нибудь такого про меня не подумали. Да нет, никто про вас ничего такого не подумает. Ну почему же? Сейчас никто не застрахован. Какой ужас. Подожди, подожди. Это ее чай. И что? Положите обратно. Не надо у нее ничего брать. Так он уже намок. Пусть забирает свой чай развратный. Здравствуйте. 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 Так... Где моя кружка? Мы будем украшать к Новому году, да? Тогда до Нового года еще 3 месяца. Да тише вы. Гирлянды. Надо сделать елку. Всего хорошего.
С наступающим. И вас. До свидания. Вер, ты, если что, заходи к нам. Хорошо. Ты зачем ее позвал? Ну, поддержать человека. Ну, занесло на молодняк. Ну, ну с кем не бывает? Совсем. Что вы, как эти-то? Ну, вот мы и дома. И кто это у нас собрался в путешествие? Поживем отдельно. Ну да. Я понимаю. Как долго? Мне надо подумать. Полина уже взрослая, она сама принимает решение. Она останется здесь. Я хотел приготовить вкусный ужин. Вер, ты решай. Или туда, или к нам. Пить хочешь? Никогда не жила в студии. Зато подальше от твоего мужа, тирана. И от дочери. Вер, не переживай. Пройдет время, и она перестанет на тебя злиться. Маловероятно. Она всегда находилась под влиянием отца. Тем более сейчас. Ты будешь подавать в суд на развод? Тебя это не касается. Так, теперь то, что касается тебя, касается и меня. Я не могу сидеть спокойно в стороне, когда умная, красивая, сексуальная. Саша. Что, Саша? Именно сексуальная женщина страдает. Полина уже взрослая, суд задаст ей вопрос, с кем она хочет остаться. И, конечно же, она выберет отца. Ну, расскажи им про то, как он с тобой поступил. Саша, меня выгнали из школы за аморальное поведение. Какой суд встанет на мою сторону? Знаешь, кто я в глазах нормальных людей? Похотливая старушка, соблазнившая невинного подростка. Но это так и есть. Мой муж судья, у него куча связей. И он сделает все, чтобы лишить меня родительских прав. За что? Ты меня не совращала, я был совершеннолетний. Саша, я старше тебя на 17 лет. Это неправильно. Моя мама тоже так считает. Твоя мама знает? Ну, естественно. Ой, как стыдно. Да не обращай ты внимания на ее подколку. Да плевать мне на эту биологичку и вообще плевать, что они все там думают. Мне просто обидно, что они с ней так поступили. Понимаю. У тебя там что, все так серьезно? Смотрите! Побежали быстрее, а то на урок опоздаем. Идем? Нет, я пошел.
Так, все. Привет. Привет. А я, кажется, нашла работу. А ты чего так рано? К тебе спешил. Только вот не говори мне, пожалуйста, что ты теперь из-за меня будешь прогуливать школу. Нет, не буду говорить. Молодец. Я туда больше не вернусь. В каком смысле? Ты в меня веришь? Верю, но… Давай без «но». Ты в меня веришь? Верю. А ну тогда слушай. Я изучил твои идеи и нашел, наверное, на данный момент самую перспективную. Так. Сейчас самая тема – это мобильные телефоны. Я подумал о специальных программах, которые будут связаны с тем или иным сервисом напрямую. И эти программы будут сделаны только для мобильных телефонов, не для компьютеров. Это называется мобильные приложения. А ты что, разбираешься в программировании? Ну, у меня есть круг друзей, которые занимаются этим серьезно. Плюс, благодаря тебе, я силен в алгоритмах. Ты себя не перехваливаешь сейчас? Может, самую малость? Хорошо, ладно, допустим. Но школу тебе нужно закончить все равно. Да, я закончу ее экстерном. А ты мне поможешь. Хорошо? Да? Слушай, а у преподавателя есть какая-нибудь клятва, как у врачей? Ну, типа, клянусь, никогда не бросать своих учеников. Клоун. О, идет, идет. Эй, Любцева, ты тоже любишь тех, кто помладше? А у тебя есть любовник из начальной школы? Отвалите. Конечно, мы для тебя слишком старые. А, она, наверное, это, дошкольникам больше. Ага, точно. Стеф, ты поговорил? Поговорил. Ну и? Что там в школе? Свет, я не знаю. Говори, что все серьезно. Но ты не расстраивайся. Может, все пройдет. Да не пройдет, я чувствую. Он еще из школы собирается уходить. Это как? Ты уверен? Я не знаю. Ясно. Ладно. Свет! Свет, погоди! Ну что тебе надо? Ты это, сегодня вечером что делаешь? Не хочешь в кино сходить? Нет, я не хочу. Ну как тебе? Что? Секс или вода? Моя идея. Ты что, все время об этом думал? Ну, я думал все время о тебе, а значит, об этом тоже. Ну, не вижу никакой связи. С тебя опыт, знания экономики, с меня люди и реализация идей. Как тебе? Ну, подожди, нужно подумать. Единственное, что скажу сразу. Надо смотреть на вещи здраво. То, о чем говоришь ты, над этим наверняка работают большие корпорации. И конкурировать с ними не получится. Нужно сконцентрироваться на том, что есть у тебя и чего нет в больших корпорациях. Ты развозишь пиццу, так? Сейчас, чтобы клиент заказал пиццу, нужно обзвонить все пиццерии. Нужно посмотреть все сайты в интернете, чтобы посмотреть цены, ассортимент и так далее. А ты придумай такое приложение, где все это будет в одном месте. И посмотреть, и заказать можно прямо с телефона. Супер. Так, получается, что нужен бизнес-план. Ну, я могу помочь. В обмен на твое согласие закончить школу. Но это шантаж. Да. Я согласен.
Алло, да. Да, все, развез. Да, готов. Какой адрес? Ага. Понял. А сколько? Да, хорошо. Буду там минут через 15, наверное. Ага. Полина, ты должна будешь сказать, что хочешь остаться с папой. Ответ должен быть четким и уверенным. Ты поняла? Поняла. А если спросит, почему? Не спросит. А все-таки? В таком случае ты скажешь всю правду о своей матери. Кем бы ты хотел остаться жить из родителей? С мамой или с папой? Каков твой ответ? С папой. Маму я больше не хочу видеть. Вы не переживайте, вы не волнуйтесь. В принципе, мы можем подать апелляцию. Нет. Не нужно никакой апелляции. Ну что, за все в этой жизни надо платить? Я больше не обязана тебя слушать. Конечно, ты не обязана меня теперь слушать. Ты должна держать ухо востро. У тебя же молодой любовник. Наконец-то ты поймешь, что такое ревность. Ты думаешь, долго это продлится? А? Сколько ему будет через 10 лет? 28? 29? А тебе сколько? 45. И ты думаешь, он тебя не бросит? Да твое счастье, если он тебя бросит. В противном случае ты сойдешь с ума. Дорогая, а тебе камеру видеонаблюдения не одолжить? Доброе утро. Здравствуйте. Давай. Я голодный, невероятно. Что у нас с деньгами? Ну, все нормально. Что-нибудь придумаем. Еще раз здравствуйте. Да? У нас сегодня действуют завтраки, пожалуйста. Это очень хорошо. Что будете заказывать? Я буду кофе без молока. Угу, отлично. А что будет ваш сын? Что? Ну, что будет есть ваш сын? Так, а сын будет омлет, сырники, чай. Нет, давайте лучше кофе, только с молоком. Хорошо. Спасибо за заказ. Вам спасибо. А, и сырники вам со сметаной, с джемом или со сгущенкой? Со сгущенкой. Хорошо. Спасибо. На здоровье.
стыдно. Давай уйдем отсюда. Нет, ну, во-первых, уже заказали, во-вторых, я правда хочу есть. Да и плевать вообще. Это какой-то позор. Позор. Прекрати повторять одно и то же. Ужас. Угу. Поняла? Полина, ты все время расстроена. Тебе не нравится, что ты осталась со мной? Нравится. Вот и хорошо. Я считаю, что это лучший вариант. Ну, тогда что с настроением? Так лучше. Значительно. Давай, налетай. Это кто? Если это мама, скажи, что я не хочу ее видеть. Добрый вечер, Николай. Простите, что незванно. Я вот принесла... Вы же теперь один, фигурально выражаясь. Вот решила вас как-то поддержать. Ужасная ситуация. Но, к счастью, в школе теперь все знают правду. И будем оптимистами. Все позади. Надо смотреть вперед, в будущее. Я очень хочу вас поддержать в этом будущем. Вот уточка, сама готовила. Очень вкусно. Светлана Геннадьевна. Да. Отдайте кошкам вашу уточку. Только не в моем подъезде. Ну и почему нет? Вам никто не говорит нет, но мне нужно получить разрешение начальника. Почему? В особых, так сказать, нестандартных случаях нам нужно получить разрешение начальства. А без него, извините, я не могу взять на себя такую ответственность. Саша. Хорошо. А где этот начальник на наш нестандартный случай? Мы ни в коей мере не отказываем. Мы просто предостерегаем от поспешной, можно сказать, сделки. Будем называть вещи своими именами. Месяц на обдумывание – достаточный срок, учитывая, что у вас, молодой человек, вся жизнь впереди, и торопиться вам некуда. Согласны ли вы, Вера Александровна Любцева, стать женой этого человека? Да. За тебя. За нас. Это виноградный сок? Угу. На то есть две причины. Наша с тобой финансовая ситуация и твое завтрашнее собрание с друзьями. Наше собрание. Вер, ты нам нужна. Мы хотели тебе показать кое-какие наработки. Парни старались. Саша, я не хочу выносить наши отношения на показ. Ты сейчас серьезно? Прими это как аксиому. Ну, хоть не как константу. Уже обнадеживает. А вот константа на ближайшее время у нас будет такая. Ты заканчиваешь с доставкой пиццы и бросаешь все свои силы на свой новый стартап. Совмещать одно с другим не получится. Новый проект требует полной самоотдачи. Выходим на новый уровень. Все по-взрослому. Окей. А жить-то что будем? Я пойду на работу. Нет, я не согласен. Я не буду жить за твой счет. Саш, мы с тобой теперь одна семья. И счет у нас общий. Но считай, что это мой финансовый вклад в твой проект. Нет, нет. Саш. Ты хочешь запереть меня дома?
Или ты ревнуешь, как Николай? Ну вот еще. Значит, договорились. Я тебя такой никогда не видел. И знаешь, мне это нравится. Я знал, что мы чемпионы. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Да мы и так уже перепрыгнули. Нас взяла под крыло такая крутая компания. Большая компания, большие возможности, но и большие опасности. Так вы были сами себе хозяева, а теперь окажетесь среди акул. Ну ничего, мы сами с зубами. Теперь мы работаем только вместе. Тебе придется меня уговорить. Да? Я готов. Класс! Пошли. Вот наш центральный офис. У каждого свое отдельное рабочее место. Все места оборудованы по высшему разряду. Здрасте. Так, ну что ж, поскольку до меня довели распоряжение президента, что в нашей компании вы будете занимать отдельное направление, то и рабочие места у вас тоже будут отдельные. Прошу. Не понял. А где окно? Коммуникации все проведены. Тут, конечно, нужно будет немножечко прибраться, но это вы сами организуете под себя. Идемте, покажу вам серверную. Сердце нашей компании Тета IT+. Я вижу, вы парни хваткие. Такой перечень оборудования я вам обеспечить не могу. Но, Карен Арменович. Арменович. Да, простите, Арменович. Вообще-то нам сказали… Мало ли, что тебе сказали. Пришли, тут права качаете. Вы сперва делом докажите, что стоите чего-то. Ну, вообще-то мы здесь, потому что уже доказали. Наши разработки, приложения получили признание и призы на многих конференциях. И что? Разработки ваши теоретические, а мы – практики. У нас тут высшая лига. А вы кто? Дворовая команда. Понимать надо правила игры. Ну, тогда я вынужден буду обратиться к руководству холдинга. Стой, погоди. Ты присядь, дай подумать. Может, наскребем чего? Да, наскребите. Это ваши же интересы. Спасибо. Ну почему? Я тебя предупреждала. Но ты же не можешь прятаться вечно. Тем более мои парни знают, что у нас есть некая сотрудница, которая почему-то работает удаленно. Ну вот пусть так и останется. Вер, ну ты мне там нужна. Через неделю у меня встреча с президентом компании. Отчетный доклад. От начальника отдела нашей разработки полная тишина. Я вообще не понимаю, туда мы движемся, не туда. Саш, я не хочу, чтобы меня обсуждали местные сотрудницы.
Ну, знаешь, я не ожидал, что такая закомплексованная. Ой, дурак. А вот этот алгоритм, кстати, очень интересный, нестандартный. Поставь мне пятерку. Я-то поставлю. А вот оценят ли другие? И что, действительно этот алгоритм поиска метаданных так эффективен? Тестируйте. Хорошо. Карен Арменович, начальник отдела, мне передавал ваши разработки. Я и группа экспертов с ними ознакомились. Да, и мы старались. Понимаете, мне кажется, это не совсем то, для чего ваша компания была приобретена нами. Почему? Ведь изначально ставила задача разработки кроссплатформенных приложений. Да-да. Но мне кажется, вы делаете явный акцент на определенную операционку, будущее которой пока весьма туманно. Вы ошибаетесь. Что? Ну, это ошибочное суждение. И об этом, кстати, уже был разговор с акционерами холдинга при заключении сделки. За эти 3 дня я пообщался с сотрудниками компании, и у меня сложилось четкое ощущение, как это сказать, что разработки отдела плывут против ветра. А мне нравится ваш юный напор. Я даже знаю, где его применить. Вам нужны сложные, но перспективные задачи. У нас есть филиал в другом регионе, где вы могли бы возглавить целый отдел. Да, это переезд в другой регион. Но зато в какой? Море. Не то, что у нас. Кстати, вы женаты? Да. А дети? Нет. Ну вот и хорошо. Я уверен, что ваша молодая супруга по достоинству оценит переезд в более теплые края. Так сказать, чтобы потомству было теплее расти. Оклад поднимем вдвое. Команду свою можете взять с собой. Это обсуждаемо. Ну что, согласны? Я считаю, что кольцо ничего не значит. Носят же вдовцы кольца. Да, но на левой руке. Команда у них прикольная. Все такие живые, интересные. Не то, что наши. Социопаты. И одни парни. Надо бы к ним присмотреться. Идеи у них классные. А вот тут бы я не спешила с выводами. Базагова помнишь? А Баранова? И что, где они? Армен за свое место глотку перегрызет. Ты что, проститутка? Почему? Потому что тебя покупают, а ты продаешься. Ведешься на фантик. Странно, он обещал, что моя молодая жена будет довольна. С молодой женой, пожалуйста, куда угодно, вперед. А я не позволю тебе упустить свой главный шанс. Какой шанс? Ты вообще о чем? Он тебя хочет слить из компании, ты это не понимаешь? Потому что он видит в вас конкуренцию. А конкретно в тебе человека, который может занять его место. Ты серьезно? Где я и где он? Но это пока. А если ты сейчас не отступишься и будешь бороться за свои идеи, лет через 5 этот отдел в центральном филиале будет заслуженно твоим. И все эти люди будут твоей командой, а не сотрудниками, которым там сверху кого-то навязали. Ты утонешь в этой ситуации, выжмешь себя и окажешься на обочине. Такую перспективу ты нам хочешь? Ты знаешь, больше всего в твоей речи мне понравилось слово «мы». Пообещай мне, что если мы не пробьемся, ты меня не бросишь. Ну, в этом, кстати, я не уверена. Thank you.
Евгеньевич! Александр Евгеньевич, голоса посчитали. Готовы объявлять. Если честно, я хочу поблагодарить одного конкретного человека. Буквально 10 лет назад я был... Неважно. Короче говоря, я бы сейчас не стоял здесь с вами, если бы не моя жена. Подойди. Всем успехом своей жизни я обязан ей. Я искренне надеюсь оправдать доверие акционеров нашей компании, которые выдвинули меня на этот пост, а также доверие тех, кто отдал свои голоса за мою кандидатуру. Как президент компании, я обещаю приложить все усилия, чтобы наша компания процветала. Всем спасибо! Мне задержка. Ну, наконец-то. Кого-то хочешь поставить вместо себя? Егорова? Мне кажется, он и не мечтал получить должность из-за декрета начальника. А почему вообще кого-то должна ставить? А в декретный отпуск пойду тоже я? Конечно. Класс. Тогда мне нужно будет подумать, куда поставить пеленальный столик в своем кабинете. Уж найди место. И для кроватки. Да? А кормить тоже я буду? Я буду к вам заходить. Так и быть. Ой. До свидания. Ну как? Ты классный. Ну да, он вроде смеялся моим медицинским шуткам. Господи, я смотрю на тебя и уже по тебе скучаю. Все, до завтра. Я позвоню. Он тебе не подходит. Что? Чтобы больше я его не видел рядом с тобой. Пап, да что такое говоришь? Он мне нравится. Ты же смеялся над его шутками. Да ты посмотри на него. Чтобы моя дочь, моя единственная дочь, общалась черт знает с кем. Он кто? Он фельдшер! У него что, мозгов не хватило на нормального врача выучиться? А глаза его видела? Какие у него глаза? У него же мертвые глаза, в них ничего нет. Я не понимаю, как ты вообще, как ты, моя дочь, могла общаться черт знает с кем? Ты чё, ты калеченная какая-то? Или, может быть, у тебя недостаток средств, что ты общаешься вот с этим? Пап! А что он нес? Деньги для меня не главное. А что для него главное? Как он будет семью содержать? Да он не то имел в виду. А что он имел в виду? Я уверен, что он весь в долгах, как в шелках. Проверь его! Так, кто это звонит? Наверное, он звонит, да? Ну, возьми трубку. Посмотри. Это он? Это он? Немедленно внеси его в черный список. Прямо при мне. Внеси. Прямо сейчас. Давай. Ну!
чем задумалась? О необычных ощущениях сегодня на работе. Ты о том, что теперь тебя ненавидит половина нашего женского коллектива? Нет. О том, что меня тошнит. Да? Я никогда не думал, что буду радоваться тому, что тебя тошнит. Когда тебе к врачу? Завтра утром. На совещание успею. Ну, ты уж постарайся. Эстроген упал. Тошнота, приливы жара, перемен настроения. Да, все это есть. Судя по всем анализам и внешним признакам, у вас наступила менопауза. В этом и причина задержки. Что? Климакс – это особый период в жизни женщины. Ваш организм начинает терять способность к деторождению, поэтому вы справедливо заметили изменения в нем. Не стоит переживать из-за этого. Надо отнестись внимательно и терпеливо. Из-за падения эстрогена выявляется необходимость в кальции, так как ваши кости становятся более хрупкими, нежели в детородный период. Кожа, волосы, внутренняя система организма, они будут меняться. Замедлится метаболизм, возможно, вы наберете лишний вес. У вас дети есть? Да. Очень хорошо. Ваш организм перестраивается, и вам нужно психологически тоже перестроиться. Задача женщины в климаксе – не родить и воспитать ребенка, а передать свой опыт внукам. Поэтому сейчас у нас два самых приоритетных направления – это Индия и Бразилия. В Индии у них недавно был запущен новый национальный мобильный оператор, ну и как следствие у них резкое увеличение оборота на рынке мобильных приложений. В Бразилии у них… Извините за опоздание. Можно войти? Лирическое отступление. Именно с этих слов началось наше знакомство. Давайте продолжим. А где ваш заместитель Егоров? Потому что он должен присутствовать на собраниях, так как в случае вашего отсутствия он должен быть в курсе наших дел. Так, лирику в сторону. Бразилия. А может, вина? Я не хочу. Давай, со сладеньким. Десерт возьмем. Ты себе возьми, если хочешь. Так я тоже не хочу. Я думал… Мясо хочешь? Я вообще не хочу есть. Ну, ты ведь сам сначала не хотел. Я тебя ни в чем не обвиняю. Я прекрасно понимаю, что тогда тебе это было не нужно, но время ушло. Вер. Я не виновата. Вер. Потом мы занимались твоей карьерой. Дело ведь не только во мне, а в том, Вера, что мы оба с тобой должны были как-то задуматься, расставить приоритеты. Вера, успокойся. Посмотри на меня. Мы что-нибудь придумаем. Что? Усыновлять? Зачем сразу усыновлять? Есть другие варианты. Молодая жена. Да, извините, мы передумали. Виктория Семеновна,
Ваш долг по кредиту на сегодняшний день составляет 152 464 рубля 80 копеек. Просрочка платежей 5 месяцев. Вы с этим согласны? Доченька, у меня пенсия 11 тысяч. Как же я смогу выплатить такую сумму? Так зачем же вы брали кредит? Не я. Внук мой Васька попросил подписать бумаги. Сказал, что сам все выплатит. Ясно. И где сейчас ваш внук? А кто ж его знает? Раз в месяц позвонит, и то хорошо. Вы ему про уведомление из банка говорили? Как? Про то, что банк требует выплаты согласно графику платежей. Говорила. Да я график-то этот в глаза не видела. Приходят по почте какие-то бумаги и... И что вы с ними делаете? Как что? Складываю. Думаю, приедет, заберет. Вы понимаете, что по закону суд обязан взыскать с вас, именно с вас, а не с вашего внука, сумму задолженности и проценты? Да где же я возьму эти деньги-то проклятые? У меня пенсия 11 тысяч. Так, давайте вот что сделаем. Попросим банк войти в положение. Ваша честь, одну минуту. Банк вовсе не обязан входить в положение. Вот здесь сидит представитель службы судебных приставов. По закону положено взыскать. Я хочу пройтись. Пройтись? Хорошо, пройдемся. Пап, я больше не могу. Ну, и что же мы не можем? Я больше не могу здесь работать. А вот как. То есть, папа ушел на пенсию, а ты не хочешь продолжать наше фамильное дело? Я больше не могу слушать эти ужасные истории. Копаться в чужом белье. Эти несчастные бабушки. Я больше не могу и не хочу. Ну и где же ты хочешь работать? Да где угодно, только не здесь. Девочка моя, ты не представляешь, сколько трудов мне стоило, чтобы тебя устроить на это место. Я же в твоем возрасте. Я еще даже не мог на юридически поступить. А ты? Ты уже судья. Ты на самом верху. Ты вершитель судеб. Ты закон. А закон — это и есть порядок. Не будет закона, не будет порядка. Пап, ты понимаешь? Пап, мне больно. Прости. Прости, Полина. Здрасте. Нет, я не понимаю. Зачем ему такая старая жена? Это же извращение какое. Слушайте, но она неплохо выглядит для своих лет. Я бы ей лет 40 дала, не больше. Кожа у нее ухоженная, волосы такие молодые, густые. 40 – это в любом случае не 27. Нет, я не понимаю. Красивый, успешный, молодой, президент. Выбор у него, очередь выстроится. Будет интересно. Вот только со стилем одежды ему еще нужно поработать. Галстуки такие. Где он их вообще находит? А вы видели, в каком галстуке он был вчера? А что не так с галстуком? Но он же абсолютно не подходит к его образу. Вот об этом я и говорю. Человек его статуса должен соответствовать. Точно. Это точно, да.
Ты что делаешь? Ты это больше не наденешь. Купим тебе новые. Согласен. Простите за любопытство, а зачем вы хотите сделать подтяжку груди? Ну как, чтобы помоложе? Знаете что, я бы не рекомендовал. У вас прекрасная грудь для вашей возрастной категории. Будь у моей жены такая же, я бы не разрешил. Вы замужем? Да. Но тем более, кожа у вас хорошая, форма сохранена, подтяжка не сделает вас моложе на 20 лет. А ради незначительных изменений ложиться под нож, я бы не советовал. Все-таки, знаете, общий наркоз. Верочка, здравствуйте. Можно к вам? Здравствуйте. Сколько не виделись. Ну, как вы? Я в порядке. Как вы? Да все по-прежнему. Только дети, на мой взгляд, стали еще более дикие. Вера, вы... Простите меня, что тогда все так вышло. Одновременно все закрутилось и... Вы про эту историю с Сашей? Да ничего. Все было так, как должно было быть. А мы с ним по-прежнему вместе. Да вы что, какой ужас! Ну, в смысле, какой ужас, что вот так вам все это пришлось пройти. Ну, как он? Ничего, выбился в начальники. Вот и я говорю. Хороший был выпуск. И, между прочим, дети тоже. Конечно, со своими там тараканами, но не такие дегенераты, как нынешнее поколение. Это ужас! Ой. Анечку нашу помните? Ну, которая в 11 классе забеременела. Так ее дочь уже к нам в школу ходит. Как время летит, а? Костик за ней иногда приходит, такой солидный, стал прям не узнать. Ох, хорошие были времена. А я сейчас на работу хожу, как на арену цирка, дрессировать диких животных. Жаль только, что парты нельзя клетками оградить. А Саша пойдет на выпускной класса? Куда, простите? Ну, в четверг же будет встреча выпускников. 10 лет. Они меня звали как классную, но я отказалась. Еще не хватало мне по барам ходить. Так, Саша пойдет? А, я у него спрошу. Угу. Светлана Геннадьевна, мне нужно идти. А, жаль, как жаль. Было очень приятно встретиться. Мне тоже было приятно. Так, Кристина, вы ведь у нас давно работаете, да? Да, уже 5 лет. И вам это перестало быть интересным? Почему? Почему? Потому что я вижу. Потому что работу видно по результатам. Ну, давайте попунктно. Что здесь происходит? Кристин, давайте попозже продолжим. Спасибо. Чего ты делаешь? Ты думаешь, я ничего не понимаю? Наверное, не понимаешь, раз ведешь себя так.
Так, Вер, прекращай истерить. Я люблю тебя, ты меня слышишь? Скажи, а почему ты мне не сообщила про встречу выпускников? Какую встречу? Не надо делать вид, что ты ничего не понимаешь. Про встречу, которая будет в четверг. Я не знаю ничего. Ну, месяц назад было приглашение. Я не обратил внимания, потому что не собирался идти. Ты меня стесняешься. Туда приглашают женами, ты меня стесняешься, поэтому ты не хочешь идти. Вер, включи логику. Я не стесняюсь перед всем своим коллективом, который вижу каждый день, а тут почему-то мне стало стыдно перед одноклассниками, которых лет 100 назад видел. Ну, сама подумай, а? Если ты хочешь идти, ты можешь пойти. Ты можешь пойти один, я не обижусь, честное слово. А можно я решу сам, куда мне идти, а куда нет? Да, конечно. Так ты пойдешь? Нет. Мам, так ты не хочешь уволиться? Зачем тебе вообще туда мотаться? А что? Я еще не такая старая, чтобы дома сидеть. Внуков пока нет. А на новую работу кто меня возьмет? На пенсию пока рано, хотя и не за горами. А вам сколько до пенсии? Я не знаю. А вы считаете, что уже пора? Простите, я не то имела в виду, просто… Да вы не стесняйтесь, Зинаида Семеновна, я все прекрасно понимаю, что я уже не девочка, что время идет, что Саше больше бы подошла его сверстница, что вы ждете внуков. Все, спасибо. Очень вкусный ужин. Вера, мама, спасибо. Приятного аппетита. Да, и она права. Я испортила тебе жизнь. С чего ты взяла, что она так думает? Да потому что так оно и есть. Тем более того, я ее прекрасно понимаю. Если бы мой сын связался с женщиной, которая не может ему родить детей, я бы мечтала, пожалуйста, чтобы он от нее сбежал. Вера. Это сейчас ты просто огорчен, что у нас нет с тобой детей. А через 10 лет для тебя это будет адской мукой. Это будет единственное, о чем ты будешь жалеть. И хватит! Хватит меня пугать тем, что будет через 10 лет. Я живу здесь и сейчас, а сейчас ты мне выносишь мозг своей неуверенностью. Не уверена в себе, не уверена в том, что ты мне нужна. Вот что бы я ни делал, что бы я ни говорил, ты видишь только свои подозрения и свою ревность. Я больше не могу слушать этот бред. К мамочке пошел. Конечно, она тебя пожалеет. Да, Стеф. Слушай, если честно, я не хочу. Все эти встречи выпускников, как-то это не мое. Да, я понимаю. Ну ладно, ладно, ты не кипятись. Вот только ради тебя приеду. Какой бар? Все, давай. Саша? Светка. Привет, Кудрин. Ты оттуда? Угу, скучно там. Да? Парни про свои работы, а девчонки про детей и семьи. Ну, а тебе чего? Нечего рассказать? Есть. Была семья, правда, недолго. Детей нет. А работа, ну, что работа? Я все время шучу, что я замужем за своим рестораном. О, круто, у тебя свой ресторан. Да ну, если бы. Я там старшим администратором работаю. А, ну тоже круто. Ешь на халяву, наверное, да? Это да. Зато теперь нигде есть не могу. Знаешь, вижу всякие нарушения. Брезгливо как-то. Это, например, ужасное место. Да? Я вообще не понимаю, кто его выбрал. Там можно пить только спиртное, оно обеззараживает. Ну, я чувствую, вы уже нормально так обеззаразили стаканы, да? Тебя подвезти?
А ты что, не хочешь увидеть своих одноклассников? Ну, если честно, нет. Максимум Стефа, но мы с ним и так можем увидеться. Да? Ну, пошли. Пойдем. Давай. Ты стала еще красивее. Саш, у тебя дети есть? Зайдешь ко мне? Встречался с одноклассниками? Да. Не чувствую запах алкоголя. Вечер не удался? Мне просто не хотелось с ними пить. Прости меня, пожалуйста. Я тебя замучила. Так, со списком документов мы закончили. Теперь перейдем к теоретической части. Цель наших собраний – ознакомление вас, будущих приемных родителей, с особенностями усыновления, юридическими и психологическими. Посещение занятий обязательное. Вот журнальчик. После каждого визита необходимо себя в него записать. По окончанию курса с каждой парой будет произведена беседа психолога на предмет вашей моральной готовности к усыновлению. Заключение психолога – такой же важный документ, как и любой из папки по списку. Вопросы есть? Вопросов нет. Так, давайте знакомиться. Начнем по кругу вот с вас. Назовите, пожалуйста, ваше имя, возраст и причину усыновления. Хочу взять ребенка сразу после рождения. Договорюсь с акушерками, чтобы, ну, если отказника рожают, то сразу в роддом дежурить. Парня возьму, назову Фомой. Буду воспитывать сама. У нас с супругой два сына. Петр и Павел. Они уже выросли и считаем своим долгом взять ребенка на попечение. Будем растить в строгости, уважении, взрослым, культуре и достатке. Мы с дочерью хотим завести ребенка. Вы знаете, мы будем его окружать такой любовью. Мы очень хотели, давно мечтали об этом. На их фоне мы самые нормальные. У нас все шансы. Полин! Привет. Полин, ты... Я к тебе. У тебя есть минутку поговорить? Давно это у тебя?
приступы начались, когда мама ушла от папы. Папа водил меня по врачам. Думали, пневмония или бронхит, а диагностировали астму. Ну да, она дебютирует, как правило, в подростковом возрасте. Самое ужасное – это ночные приступы. Бывает не уснуть до утра, а потом еле жива иду на работу. Полин. Что? Как мы будем с тобой видеться? Я не знаю. Не, ну это какое-то дикое средневековье. Мы с тобой прячемся тут, как какие-то. Ты не можешь мне позвонить, мы не видимся. А почему? Потому что я твоему папе не нравлюсь. Тебе не кажется это странным, а? И вообще, мне, может, он тоже не нравится, но... Тебе не нравится мой папа? Да, не нравится. Какой-то бешеный фанатик. Взгляд у него такой лицемерный. Неприятный, как у тюремщика. Устроил вокруг себя. Ты должна работать там, где он скажет. Встречаться с тем, с кем он скажет. Я понимаю, почему от него твоя мама сбежала. Вы не виделись лет 10? Почему? Это ведь она не от тебя, а от него ушла. А это разные вещи. Полин. Замолчи! Почему я должен молчать? У тебя у самого глаза пустые. Полин, ну ты чего? Полин! Полин! Поехали на Московский. Кажется, сердечник. Так, Любцева Вера Александровна. Кудрин Александр Евгеньевич. Да, верно. Мы вынесли заключение об отказе вам возможности усыновления. Вот наше заключение. Вы серьезно? Мы 10 лет живем вместе. Да, у нас большая разница в возрасте. И это, может, кого-то удивляет. Но это не отменяет того, что мы можем быть полноценной семьей. Это хорошо. Причина отказа не в этом. Мы изучили ваши анкеты, сделали запрос. Вера Александровна, в 2009 году у вас было судебное разбирательство. Ваш бывший супруг, Любцев Николай Сергеевич, подал иск на лишение вас родительских прав, верно? Да. Скажите, пожалуйста, а как сложились ваши взаимоотношения с дочерью после суда? Я неоднократно предпринимала попытки, но... А по нашим сведениям, вы с ней ни разу не встречались, верно? Да. Не стоило скрывать этого от психолога на собеседовании. По нашему экспертному мнению, психологическая обстановка в вашей семье не благоприятствует усыновлению ребенка. Мы отказываем всем потенциальным усыновителям, которые за счет приемных детей пытаются компенсировать неблагополучные отношения с собственными детьми. Тихо, моя девочка, тихо. Тихо.
Где ты была? У подруги. У какой подруги? У Насти. Зачем ты мне врешь? Я не вру. Ты с ним встречалась, да? Пойдем в комнату, поговорить надо. А мама заболела. Она сегодня останется дома. Я наклонилась, дверца была открыта, ну и со всего маху. Я ребеночка выношу и сразу отдам. У меня свой есть. Я еще двоих выносила. Одному сестре, второго за денежку. Я вообще мотаюсь туда-сюда, так что если вы надумаете, я сразу приеду. В цену включена аренда квартиры с коммуналкой и еда. Вы платите сверху только за медосмотр и за роды. Обычно платные хотят присутствовать. Ну, вообще, я не против. Хотите, присутствуйте. Да нет, мы... Ну, вы знаете, люди разные бывают. Вдруг вы не доверяете... Подменяют ребеночка или еще что. Вы знаете, по телевизору сейчас такое показывают. Волосы дыбом становятся. И на родах подменяют, и в роддоме. Даже на стадии зачатия. А нужно же быть уверенным, что я именно от вас ребеночка зачала, а не оба от кого. А то родиться на вас не похожий, а вы окажетесь. Неправильно это, понимаете? Надо, чтобы все контролировали и были уверены. Да, да, это понятно. Ну, надумаете, звоните? Да. До свидания. Да, до свидания, спасибо. Спасибо. Ну, что скажешь? Да что тут говорить? Это не зачатие, а химия какая-то. И плюс он наполовину в нее будет. Зато наполовину твой? Да ну, ну это не вариант. Я не хочу этого. Ну, а что делать? Не знаю. Видимо, ничего. В смысле? Ведь жизнь так многообразна. Счастье не обязательно только в детях. Ну, значит, пришло время отпустить тебя. Куда? Я отпускаю тебя. Ты пойми, в этом нет ни надрыва, ни истерики. Я сейчас говорю абсолютно взвешенно и трезво. Я люблю тебя, я хочу, чтобы ты был счастлив. Наши отношения все равно закончатся. Не сейчас, так позже. Ну, значит, не смерть разлучит нас. В этом же нет трагедии, правда? Я хочу, чтобы ты жил свою жизнь, а не доживал мою. Я отпускаю тебя. Все? Как дал бы сейчас? Это, конечно, все хорошо. Вот только я тебя не отпускаю. Поняла меня? Ешь.
Ань, можно два кофе? Да? Минуточку. Спасибо. Всегда мечтала сказать. Александр Евгеньевич, кофе готовится, но там к вам на проходной какая-то девушка. Ее пропускать или нет? Лично ко мне? Да. Я сам сейчас спущусь к ней. Спасибо. Ну, зачем пускать обо кого, да? Я быстро. Привет. Да, привет. Давай поговорим на улице, да? Могу, да. Только не уверен, что говоришь. Документ? Да. Ты как здесь вообще? Да, Стеф дала адрес. Понятно. Чего случилось? Ну, что, сам подумай. Не понимаю. Пьяный секс, без предохранения. Я беременна. Саш, я без претензий, если честно, и пришла поговорить. Я поняла, что ты не готов на продолжение отношений со мной. Но я не могу принять это решение одна. Хочу посоветоваться с тобой, ведь это и твой ребенок. Я работаю, я одна. Я не могу вот так родить ребенка. Без мужа, без поддержки. Да даже если с поддержкой, но без мужа не готова. Я могу родить ребенка, но только в нормальной, полноценной семье, где есть мама и папа. Я не настаиваю, но и ты меня пойми. Если ты не готов, то я сделаю аборт. Давай как-то решим. Нет, давайте отменим. Уже не актуально. Спасибо, до свидания. Была ночью. Я вообще выспалась, когда тебе год исполнился. Целый год? Я столько не выдержу. Стас говорит, надо отучать. Поплачет одну ночь и перестанет. Ну, не знаю. Тебе решать, конечно. Но мне было бы жалко такую крошку воспитывать в строгости. Это кто кого еще воспитывает? Но ничего. Бабушка будет тебя баловать. Здрасте. А меня ждут? Да, здравствуйте. Ваша жена уже здесь. Пройдемте. Спасибо. Да, спасибо. И меню можно сразу? Да. Ну, наконец-то. Ну что, как ты? Пожалуйста. Спасибо. Все хорошо. Малыш твоей мамы? Да, конечно. Она с удовольствием, ты же знаешь. Да.
А на работе у тебя как дела? На работе? Пу-пу-пу-пу. Все хорошо, спасибо. А я загнала что-то. Знаешь, ресторан, кстати, неплохой. Смотрю, как они работают. Тут есть такая хорошая тема. Повар выносит еду сам, рассказывает о составе. Ну, думаю, не сам, конечно, а помощник. Главное, посетителей впечатляет. Ну, давай, заказывай скорее. Рекомендую тебе пасту с цукини и креветками. Угу. Просто бомба. Надо рецепт, кстати, узнать. Я думаю, там что-то в соусе. Ох, Вера, жила я без тебя и не знала, что вот это есть. Так, и что дальше? Ну, там тебе кто-нибудь понравился? Ну, вот этот мужчина интересный, а? Импозантный. Угу. Глаза умные. Хорошие, хорошие. Так, а если я ему понравлюсь, что дальше? А, ну, вот мы с Сергеем сначала переписывались. А потом уже встретились. Ну, попереписываться-то я могу, а они с ошибками пишут. Кто как. Как понять, ты что, со многими переписывалась, Вера? Да нет, с несколькими, пока не встретилась с Сергеем. Фух, ну… Была не была. Если ты ему понравишься, он поставит тебе сердечко. Так. Программа об этом сообщит, ваши фотографии склеятся и появится окно для переписки. Ох. Ну ладно, подожду. Угу. Ну ты поставь еще кому-нибудь, так будет больше шансов. Да тут смотреть особо не на кого. Хотя… Нет, нет. Алло. Да, ты уже освободился? Нет. Хорошо? Хорошо, иду. Твой Сергей? Да. Ой, Вера, Вера. Любимая, еду. Сейчас только место для парковки найду. И через 5 минут у тебя. Давай. Давай сперва ты. У меня рот занят. Клоун. Как малолетки. Вот именно.